Всем здравствуйте. Мы продолжаем рассказ о переезде на юг страны из Сибири. Вот сегодня 21 декабря 2020 года. В Краснодарском крае это такая нормальная для этого времени погодка. Выпал небольшой снежок, ну, сантиметров, наверное, 20. Вот. Ну что ж, полюбуемся немножко на эту красоту и продолжим рассказ. Все по порядку. Сначала подведу, наверное, такой промежуточный итог переезда. Ну, по большому счету, переезд наш начался еще в 2008 году из города Хабаровска. По семейным обстоятельствам в городе Новосибирск нам пришлось на несколько лет задержаться. Так бывает. То дети, школа, то одно, то другое. В общем, задержались мы на долгие 12 лет в Новосибирске. И вот в феврале этого года продолжили, скажем так, свой переезд. В предыдущих частях я рассказывал, как мы двигались из Новосибирска. Но в результате мы добрались до станицы Динская. И в настоящий момент, по сути говоря, мы еще, ну, можно сказать, до конца не поселились. Но переехать переехали. Уже месяц, даже больше месяца мы живем в доме без полноценного электричества. Ну, соответственно, без воды. То есть вода у нас наливная. Вот электричество у нас строительное, с переноски, с удлинителя. Вот. Люди, которые будут переезжать и строиться, обратите внимание на наш опыт. То есть нам, в общем-то, обещаны были золотые горы. Въехать в этот дом строящийся, который мы купили, мы должны были еще крайний срок 15 мая. Но в силу разных обстоятельств, COVID-19, нам пришлось долгое время и снимать жилье и в Сочи, и в Динской. И строители у нас тоже зависят от всего вот этого. В общем, все это дело подзатянулось. С оформлением документов тоже, в общем-то, не все просто, потому что долгое время МФЦ не работало, было вообще закрыто. Потом начали работать потихонечку, помаленечку. В общем, везде здоровенные очереди, сроки сдвинулись. В данный момент еще и обновляют базу. Я это, в общем-то, к чему? Не всегда бывает гладко, как захочешь, или как обещают. Надо, в общем-то, каким-то образом закладывать, наверное, вот на такие случаи, ну, иметь какую-то подушку безопасности финансовую. Мы ее имели, конечно, у нас был небольшой запас, но вот эти, грубо говоря, 5 месяцев мы, в общем-то, эту подушку безопасности просто прожили. Потому что мы не имеем прописки, то есть мы не можем не устроить ребенка в сад, не можем встать даже на учет на биржу труда, тем более о работе вообще речи нет. Можно, конечно, какие-то подработки поискать, найти и так далее, но нормальную постоянную работу без прописки найти очень сложно. У кого какая специальность, конечно,
Все, наверное, от конкретного случая зависит. Но вот переезжающим и те, кто надеются на вот строительство скорое, все-таки нужно учитывать чужой опыт. Вот вам, пожалуйста, наш опыт. На сегодняшний день, чтобы как-то более-менее проживать в этом доме, ну, какие-то условия мы создаем небольшие. Вот. Хотя бы ребенку вот, сделали небольшой ремонт в комнате ребенка. То есть поставили пока еще без обналичников. Ну, так вот, коробочки поставили, двери межкомнатные поставили. Своими силами, опять же, никого не нанимали, потому что лишних денег нет. Положили недорогой ламинат на пол и натянули потолок. Вот в одной комнатке в детской. Вот, воспользовались тут вот компанией. Кстати говоря, довольно неплохая компания. По крайней мере, нас пока устраивает. Заключили с ними договор. Есть у них несколько видов услуг, кроме натяжных потолков. Там установка, продажа кондиционеров. Гарантийное обслуживание кондиционеров. Занимаются они также теплыми полами. Достаточно большой выбор светильников разных. В принципе, и цены у них довольно приемлемые. Поэтому, возможно, даже в дальнейшем будем пользоваться их услугами. Заказали мы мастера. Мастер приехал, промерил весь дом, каждую комнату. Все нам посчитали, учли все наши пожелания. И в назначенный день, когда мы пожелали, значит, нам приехали и сделали комнату. То есть натянули потолок в комнате. Пока мы довольны и ценой, и работой. В общем-то, время, наверное, покажет. Этот коротенький ролик для тех, кто переезжает из Сибири, Дальнего Востока, думает, что на Кубани здесь нет ни снега, ни зимы. Вот это вот как бы наглядный пример того, что здесь бывает. Кстати говоря, эта зима оказалась, по мнению многих жителей местных, ну и не только местных, очень затяжная, очень длинная. То есть сибиряки, дальневосточники могут смело ехать сюда, по снегу скучать сильно вам не придется. Thank you.
теперь немножко стоит поговорить о недоработках, недоделках или, так сказать, косяках по строительству дома. Сегодня 25 июля. Вот такой вот у нас вид на дом. То есть как бы снаружи все построено. Одновременно достраиваются два других дома, которые, в общем-то, начали позже строить. Вот. Что на сегодняшний день? Электричество, вот оно, столбы проходят рядом. На доме электричества нет. Вот. Сдача в эксплуатацию дома, то есть и все дела по оформлению и прочим, крайний срок 15 мая по договору. На сегодняшний день ни электричества, ни воды нет. Электричество у нас, торчат провода, ну и болтик заземления. Вот. А пользуемся мы электричеством вот таким вот образом. Это вот здесь вот у нас спрятано, соединение спрятано от дождя. Это куча переносок, удлинителей. Вот. И в дом. То есть вот таким вот образом мы с 9 июля пользуемся светом. Иногда его отключают строители. Это ворота. Во время сильного ветра и дождя эти ворота здесь вывернуло. Сейчас я покажу крепление, которое я немножечко усовершенствовал временно, так сказать. Ворота пришлось выпрямлять. Они были загнуты веером, упали вовнутрь. Вот. Вот это крепление выгнуло. А здесь я вот вернул болт, ну как временный вариант, потому что пока переделывать, доделывать, ну, видимо, нет возможности у застройщика. Вот еще один косячок. Здесь вот укладывали плитку и столкнулись с тем, что плитка не стыкуется с отмостком. В общем, в этом месте собирается во время дождя вода. Ну, естественно, плитку не доложили таким вот образом. Когда будут переделывать, доделывать, неизвестно. Это у нас колодец с питьевой водой. Скажем так, скважина. Скважина сделана, готова, но воды мы там взять не можем. Вот. А пользуемся мы вот водичкой вот из этого корыта. Ну, для технических нужд. Набираем воду и вот отсюда ведерочками таскаем в дом. Вот такая сегодня у нас погодка. Дождь льет. Вода наполненная. Дождь спиной. Просто дождь крепче. Вот. Вот так вот клип работает. Вот еще одна недоработочка строителей. Забыли слив прикрутить. Как бы крепление вот лежит рядом. Ну, видимо, хотели, не успели. Ну, скажем так, мне тоже заняться нечем. Когда-то бывает. Я вот решил это дело устранить.
таких мелочей, я думаю, по дому будет еще очень много. В принципе, это, наверное, нормально. То есть там не доглядели, там не доглядели. Ну, с кем не бывает. То есть руки у нас тоже растут откуда надо. Все это сами устранить можем. Пришел тот самый долгожданный день, когда обещанный столб электрический нам привезли и установили. Вот. Вслед за установкой столба нам пришлось немножечко еще подождать, пока нам протянут провода и подключат наш дом электросетям. Августа 2020 года. Не подумайте, это не земляные работы, это сегодня праздник для нас. Вот такой вот здоровенный столб наконец-то поставили. Один из самых продуктивных дней. Вот отсюда нам его тащили и наконец-то дотащили. Вот. То есть фактически наш дом должен был подключен быть еще 15 мая. Ну, сегодня поставили столбы на все три дома. Вот. Людям радость. Ну, подключения, конечно, нет. Но, тем не менее, продвижение уже какое-то есть. Вот с плиткой ждали, мы ждали, пока разберутся, кто виноват, строители или плиточники. И, в общем-то, решил я своими силами эту проблему устранить. Сначала вот здесь вот насверлил отверстие в отмостке. Вот, опять же, по совету некоторых знающих людей, вот, вкрутил туда саморезы, значит, сделал такое армирование, так сказать, и сверху уже залил раствором. Таким образом вот эту проблемку, вот этот косячок устранил собственными руками. Ну а что, мы тоже могем, хоть и не строители, когда-то же надо учиться строительному делу. Ну, пожалуй, на этом видео буду заканчивать эту часть видео. Продолжение будет в следующих частях. Просят об этом
чтобы в подробностях продолжал, ну, что делается по дому, что, как оформляется и так далее. Конечно, буду рассказывать. Большой привет друзьям из Владивостока, из Хабаровска, из Новосибирска. Отдельный привет Алексею из Нижнего Тагила. Алексей, привет. Ты чаще всех просишь, спрашиваешь. Все, конечно, будет исполнено. Буду рассказывать, показывать. В следующих видео также продолжу об устранении недоделок по дому, по участку. Расскажу немножечко, меня вот просили про Сочи, так как мы в Сочи немножечко пожили. Вот, как бы сравнение Краснодарский край и Сочи. Попробую рассказать немножечко. Про опеку, опять же, с опекой мы еще в дальнейшем столкнемся. Тоже буду рассказывать. Про опеку, наверное, вообще отдельным роликом, наверное, стоит рассказать в подробностях, потому что я вкратце упомянул, но вот люди задают вопросы в подробностях. Я все-таки, наверное, расскажу, как и что происходило и чем это вообще закончилось. Вот, это в дальнейшем будет по климату. Погода, непогода, какая зима, какое лето. Попробую все это рассказывать. Буду, наверное, параллельно показывать строящиеся рядом дома, что строят, как строят, за какое время строят. Постараюсь все это в дальнейшем показать и рассказать. Так что все будет продолжено. На этом пока все. До новых встреч. Пока-пока.